Всем доброе утро. Снова нет света. Достали печку вот эту газовую. И, в общем, разогреваем еду. Микуське нормально завтракает. Микуся на сухпайке, я не могу разогревать ничего. Ага. Ну, я боюсь этой печки пользоваться. Она что-то пыхает иногда. Как пыхнет, Ну, как тут пыхнет. плохо, где клапан. Может, там надо проверить что-то. Ну, Что-то выручает. проверить. Ну, выручает. Я вчера вечером на ночь говорю, давай яйца отварим. Света вдруг не будет там. Женя говорит, да можно и на той печке отварить. Да давай отварим. Яйца отварили, сейчас все. Завтрак мудруем. Колбаски, сосиски поджарили. Так, и чаек заварили. А что в этой мисочке было у нас? Воду кипятили. А что ты чайник не взял? Генераторы работают, скворцы поют. Так старается. У голубок не получилось гнездо построить. Пробовали, что-то оно у них улетало, ломалось. А скворцы тут в дереве дупло, они там живут. Уже второй год тоже. Когда тихо, генератор не работает, так красиво поет. Поет. Приятного вам ленту с утра. О, у нас какой сегодня будет ужин. Сало свежее с картошечкой. А это у нас приправка до сала. Ну, смотри, там же с ней соль есть. Чуть-чуть так. Ой, а я душ приняла. Так хорошо. То, что я ходила, у меня настроения не было. Бывает у вас так, девочки, когда вот как-то вот так вот плохо на душе. Бывает. Надо принять душ. Все, смыть весь, все свои плохие мысли, негатив. Все убрать, смыть, и тогда вам станет легче. А перед этим надо пропылесосить в квартире и пыль вытереть еще. Так. Хорошо. Софи как бабушке уехала в гости погостить. Фу. А я еще кабинку помыла. В общем, там чуть-чуть доместосом. Снова надышалась этим доместосом. Сейчас пойду маслом волосы помажу. Стоп. Вот так. Волосы помажу, надо машинку сейчас загружу. Сегодня последний день, вода идет. И постирать. Такое пособирала. Одежду уже всю перестирали. Такое полотенце все пособирала. Все до кучки сейчас свеженькие вывешу. Платьечко достала свое. Такое тоненькое. Тоненькое такое платье. Этому платью я еще его покупала. Мне еще Софии не было. Очень хорошего качества. Я его поленилась, девочки, не погладила. Ну ладно. Оно тонкое-тонкое, хбшечка такая. Так что кто там говорит, что я много ем, девочки, ну хейтеры, не проживайте. Видите, как сидело платье, не знаю сколько лет по размеру, так и сидит. Вот. Девочки, вы мне писали в комментариях по поводу вот этого порошка. Мама сказала, ей не надо, она руками не стирает. Перус для ручной стирки. Вы писали, что вы стираете у машинки, все нормально. А я почитала в интернете, что категорически нельзя ручным порошком стирать в стиральной машине. Так что не будем стирать. Так, еще мне кто-то спрашивал, как я пользуюсь вот этим кислородным отбеливателем. Вот этот, который я покупаю в Авроре. Вот это. Мисс Хелен. Да? Угу. Девочки, набираю в миску горячую воду. Прям горячущую. Вот так мешаю, чтобы растворилось все. И добавляю одежду, которую мне надо там, в общем, постирать. И такая пена появляется. И оставляю, оно там у меня лежит.
Потом у меня там полежало, покисло, можно даже потереть, но я обычно ничего уже там не тру, просто достаю вещь, кладу в машинку, и дальше оно стирается. Есть уже, можно, можете сами руками постирать, пополоскать, все идеально. Смотрела, еще есть такой пятновыводитель. Это кисневидбеливач, а то пятновыводитель. Мама моя, кто-то спрашивал по поводу белого белья. Я использовала только светлые вещи, а мама использовала какое-то цветное полотенце, и с ним ничего не случилось. Получается, она замочила, и краешек полотенечка, знаете, как вверху остался, не намок. И она говорит, я как-то так вроде опускала, опускала, а он вот краешек поднялся, и все. И ты на этом краешке именно вот такой вот грязный кружочек этот остался. А все полотенце, как что она его там испортила, выстирался. Ну, выстиралось очень хорошо. Так, буду стирать вот этим перволем. Очень мне нравится. Почему я раньше не пользовалась перволем, я не знаю. Мне так нравится перволь. Тут у меня уже осталось на один раз для темных вещей. Но сейчас у меня будет светлое. Будем стирать. И еще остались эти девочки. Капсулки. Можно их добавить. Они дают просто аромат. Сейчас добавим. А, вы мне, девочки, вскидывали в комментариях, как вы в Инстаграме видели, как правильно, типа, в кавычках, как пользоваться вот этими вот гранулами. Сейчас я вам покажу. Вы мне сказали, надо взять, открутить вот эту вот крышку, насыпать сюда гранулы. Я не буду насыпать. И вот этой верхней крышечкой закрыть. Ну, типа вот так вы как-то закрыли, девочки. И вот это все положить в машинку. Сейчас подождите. Ну да. Девочки, оно ничего не держится. То, что вам показывают, оно все вот это вот отпадает. Да, ну вот так закрылось на видео вам красиво, и они положили стирать. Но я перевернула, и все выпало. Сейчас, или я не так делаю? Да ну так делаю, так. И они показывают, сюда насыпали или вот так сделали крышечкой там, ну вот тут просто крышечка, накрыли там, насыпали, как-то засыпали, закрыли. Ну вот это ничего, оно ничего не держится. В инструкции даже этого не написано. Там написано насыпать прям в машинку добавлять. Насыпали колпачок. Мне еще на раз осталось. Все. Пахнут, девочки. Вкусненько. На дно туда я засыпаю. Ничего, ну тут мне скидывали два человека. Я аж пошла сразу проверять. Ничего, ну, девочки, все обман, ложь. Все обман и ложь. Обманули. Все, ладно, буду стирать и сушить волосы. Да сейчас мне еще маслом надо намазать. Маслом. Маслом обязательно. Вода, конечно, у нас очень жесткая. Волосы долго с маской держала. Все равно. Два раза делала маску. Надо все перестирать, пока есть вода. Ну, мы вроде все уже перестирали. И дня 4 воды не будет. То воды нет, то света нет. Ну ничего, это не самое страшное. Так, высушила я волосы. Все хорошо, девочки. Помните, нам выдавали вот это в гуманитарке, и был вот такой боди-лосьон. Тут написано hand and, ну, для тела и для рук. Вот у нас попалось 4 вот таких флакончика, и все одного цвета. София говорит, у подружки, ну, одноклассницы, ну, всем отдавали, всем кто тут. Софийным одноклассникам не только давали, всем детям давали. А у них одна, две светлых и две темных бутылочки. Получается, это оказывается ночной боди-лосьон.
И у нас 4 штуки. Это, ну, я Ане дам. И хотела вам сказать, мне очень понравился. Аромат такой приятный и хорошо увлажняет кожу. Очень мне понравился. Вот кто у нас в Мирнограде получал, девочки, напишите, вам понравился Бодиласю. Мне очень понравился. Так что оценила я его по достоинству. Все. А теперь пойдемте делать салат. Не, не пойдемте сейчас. Сейчас, девочки, я жду. Второй раз уже наношу процедуры. Потому что я с утра нанесла на лицо, потом решила после обеда освежиться. Сыворотка. Руки хлоркой воняют. Кабинку чистила. Дезинфицировала, мыла все. Пока есть чем мыть. Все хорошо. Сыворотка. Пока впитается, потом нанесу крем. Убирает, а с уксусом я заливала. А там, где слив, собирается вот этот налет, и вот эта штучка, ну, вот это, внизу, железная, она такая становится не очень симпатичная. Так, девочки, по поводу масла. Вот это масло кунжутное. Кто меня спрашивал, почем, я вам скинула, я вам написала цены. Ане пишите, или в Инстаграм, или в Ютуб где-нибудь там, не знаю. И она вам надавит масло. Ну, не на она надавит, она вам отправит. Масло давится, вот вы заказали, вам его выдавили, оно отстоялось день-два, и вам отправляется. Если это у меня оно в холодильнике стоит, вот это вот осадочек, это хороший осадок, это неплохой. То, что плохое, уже оно вон осталось, о, чуть-чуть на дне. А вот это нормально. Вы мне писали, пока кто-то из девчонок писал, что заказывали у Ани, ну, много девочек заказывали масло тыквенное, вам понравилось салат тыквенный добавлять, но я не пробовала, вот мне понравилось с кунжутным. Какое-то я еще добавляла. Гарбузовое у меня есть, девочки, гарбузовое. Новенькая. Я еще даже его не вскрывала. Или вскрывала. Нет, еще запаянная. Тыквенная. Это же гарбузовая тыквенная. Может, тыквенным заправить? А ну. Да, еще не вскрывалась. Вот бутылочка. Это тыквенная. Олия. Ну, да, тут запаха такого ярко выраженного нет. Можно сказать, нейтральным. А я сейчас добавлю и того, и того. Или нет, надо одним. Сейчас сегодня тыквенным сделаю. Видите, я и забыла, что у меня есть еще такое масло. Это темное такое тыквенное. А это кунжутное светленькое. Сейчас салат. Огурцы, помидоры сделаю. Ой, Микки, и тебя покормить же надо, зайка. Ладно, сейчас Микки надо покормить. Она там пригорюнила. Зайка моя лежит, пригорюнила. Да ты все загрустила, да? Спишь? Волосы так отросли уже, девочки-лентики. А что ты тут уже накублыла? Мама так сделала красиво, Микки. Це ж чесалась. Ой, боже мой, ты какая лохматая. Ну, что ты такая лохматая? Хвост такой длиннючий. Думала сегодня чип отрезать его. Чип пусть растет, косы будем заплетать. Да? Не хочет Софийка, девочки, ходить гулять? Ни в какую. Только я ей нужна. Ой, ну я... Смотрите, мне только стоит сесть. Мамуль, давай играть. Ой, Никуська, сейчас я пойду тебе кушать. Говорю, потом поиграем. Потом. Хорошо? Потом, зайка, поиграем. Лежак уже такой весь посбивался. Ладно, еще нормально, пусть лежит. Ну ладно, разок я тебе сделаю, давай. Раз, два, на старт, внимание, марш. Ой, боже мой. Да на первый раз так, вау, а потом нет. Ой, ты ж ты сильно разгон взяла. Разгон Микуська взяла. Так, картошечка стоит.
фольги там Женя накрыл, фольгой запекается. А я вчера вот эти котлеты жарила. А Женяшка да сам был готовил в духовке. Поел, говорит, да не, жареные вкуснее. Я говорю, зато с духовки полезны. Да? Он в сметане делал, говорит, со сковородки лучше. На улице что-то солнышко зашло. Может, дождь будет. Но у нас так дождей не было. Давно дождь был. Уже б надо и дождик уже пополивать. Пополивать. В этом году много черешни у нас уродило. В том году, по-моему, не было. И вишен в том году, по-моему, плохой был урожай. В этом году вроде нормально. И клубники, да, много. Лучше в этом году урожай, чем в том году. Хотя тоже и холодно так было. И не видели, чтобы пчелки опыляли. Вообще пчелок не видно. Ну, шмели какие-то там летали. Сейчас, Маркушка. Давайте я просто мяско нарежу. Могу с огурчиком без каши. А вечером уже с кашкой. Сейчас так говядинку поест. Прибежала, да? Скажи, мамка, ну, наконец-то скажи, что-то ты сегодня... Поздновато, поздновато. Все, покусала, да? Ты умничка у нас. А ну, тарелочка. Ага, пустая, ты молодец. Скажи, хорошо мне. Я пошла, мамулька. Пошла. Иди ложись, дремай, дремай. Кстати, вот тот термос, который мы покупали маме, маме понравилось. Маме понравился, очень довольный. Говорит, очень удобно им пользоваться. Он говорит, такой, говорит, как кувшинчик, очень удобно наливать. Хороший термос. Потом когда-то у меня спрашивали про наш термос, термопод, помните, мы покупали? Ну, мы покупали не очень дорогой, но знаете, как скупой платит дважды, вот то цена-качество. Цена была недорогая, ну, я не скажу, что он и сильно дешевый был, но лучше бы надо было доплатить на 1000 больше, было бы нормально. Ну, все уже, я его выбросила, он внутри ржавить, девочки, начал, уже давно его выбросили. По поводу рецептов. В комментариях писали, кто-то там искал мои рецепты, что-то вы хотели найти, и вы говорите, чтобы я там отдельно канал сделала с кулинарными рецептами. Девочки, под видео заходите, там, где есть видео, прямые эфиры, и там написано «плейлисты». Вот заходите в плейлист, и то, что я готовлю, именно кулинарные рецепты, там написано «готовим вместе». По-моему, вот так называется плейлист. Там разные. Там влог, я туда скидываю видео. Там раньше был отдых, ну такой, день рождения, там отдельные плейлисты. И вот заходим, готовим вместе, и вы найдете. И там только именно будет про готовку. Ну, готовка может с влогом где-то совпадать. Ну, там написано название, вы увидите. Или если вы ищете, там, по-моему, вы про хлеб спрашивали. Пишите «хлеб, кирпичик, Натали», и сразу я у вас буду появляться. Вот так. Натали, если что-то пишете, там какое-то название, там ребрышки, Натали, и оно у вас будет выпадать. Ну, попадаться. В поисковике в Ютубе. Микуся. Сейчас открою. Девочка хочет на балкон. Так, берем кунжутное. Не, не, тыквенное, девочки. Горбузовое. Ой, оно темное такое. Потом вам скажу, с каким было лучше. Темное такое, как этот, оливковое. Цвет красивый салату придает масло. Сейчас попробую. Неплохо. И с тыквенным хорошо. Спасибо, кто написал. Буду добавлять, аж у меня целая бутылочка, надо использовать. Буду чередовать. Раз такое, раз такое. Хорошо. И с тем маслом. Отлично. Спасибо, девочки. Я мужу говорить не буду. Интересно, он заметит или нет.
Женя услышал, что я про платье вам рассказывала. Ну, я ему сказала, когда я его покупала, ну, для чего. И он посчитал, он помнит. И этому платью 14 лет, девочки. Прекрасное платье. Отлично. Оно очень тоненькое, в нем не жарко. Хорошо. 14 лет назад я его покупала. Еще Софии не было, как я вам и говорила. Фольгу сняли. Уже картошка так стоит. Сейчас посмотрю, сало запеклось. Уже зажарилась. Можно отключать. Вкусненько пахнет. А вообще мне хочется сейчас набрать жирок и полить сверху. Вот эта соль не растворилась. Или тут пенка. Пеночка на сале. Боже, я как краса. Ой, как будет вкусно. У меня же слюнки потекли. Как у вас. Все, можно отключать. Простая еда, самая вкусная. А я видео монтировала, сидела. Сейчас монтирую видео, девочки. У меня видео день в день идет. Конечно, да вам его выпустить. А время уже 6 часов вечера. Сейчас его смонтировать надо. Сейчас быстренько. Поужинаем, я смонтирую. Ну, часов, наверное, 8 выйдет видео. А может и в 7. Может, и за час успею. Вот. Все тогда. Вон, салат уже у нас на столе стоит. Сейчас хлебушек достанем. Там, правда, хлеба мало. Ну, достаточно. Картошка. Картошка с салом. Зачем нам хлеб, да? Не, ну хлебушек все равно надо. Завтра, наверное. Женя говорит, давно ты хлеб не пекла. Я говорю, ну у меня ж не было, кто же его будет печь. Давай завтра спеку. Ну, да завтра хлеб спечь, да? Хочется кирпичик свой. Уже соскучилась я за ним. Все тогда, девочки, пошла я монтировать видео быстренько. А я с вами прощаюсь до завтра. Всем пока-пока. Хорошего вам вечера и тихой ночи.